Всем привет! Сегодня у нас будет на распаковочке очередной ножичек фирмы Ganze. Я не все ножики заказываю себе, этот меня попросили заказать и дали на распаковочку, чтобы я показал вам. Так, ножичек у нас моделька будет G708. Сделано также в Китае, как и вот этот. Вот, ножичек будет похож, как у меня уже был, с двумя лезвиями. Ну, кто смотрит нас, тот видел. Вот такой чехольчик идет под ножичек. Внутри он такой, в общем, он, наверное, водонепроницаемый, я думаю, непромокаемый. С этой стороны такой бархатистый. Так, ножичек у нас выглядит вот так вот. С такой вот дырочкой открывается. Здесь у нас есть блокировщик, да, который фиксирует лезвие. Лезвие, давайте посмотрим, не шатается вообще никак. Удобная дырочка есть под палец, то есть, хотя, наверное, ну так, наверное, тоже удобно. Здесь есть какой-то такие зазубрины, да, для упора под палец, ну, как всегда, да, вот это крепление, чтобы на ремень, например, закрепить. Так, ну, ножик давайте проверим, острый, не острый. Механизм еще не очень разработан, ходит туговато. Рукоять у нас якобы сделана под карбон, но я, наверное, сомневаюсь, что это карбоновые вот эти вставки сделаны. Ну, все может быть. Давайте посмотрим. Ну, режет, слушайте, не хуже, чем вот этот. Вот уберем. Ну да, так же режет. Так же, как и предыдущая модель. Вот, здесь, наверное, тоже используется, да, та же самая сталь, 440-я C, как и на этом ножике. Вот. Ну, заточка. Я думал, что здесь сверху тоже будет заточено, но нет. Заточка только снизу идет. Вот. Надо, я думаю, заказать уже будет точилку под такие ножи. Думаю, простые столовые точилки не подойдут. Лезвие здесь толще, чем на этом ноже. Я так предполагаю, где-то миллиметра 3, наверное, на этом миллиметра 2. Хотя, наверное, здесь 1,5 миллиметра. Хотя, не, наверное, здесь 2, здесь 3 миллиметра. Вот. В общем, вот такой вот ножичек. Кому понравился, ссылочка будет под видео, как всегда. У меня пока впечатления хорошие. Отдам его владельцу. И, ну, не знаю, есть ли смысл снимать потом впечатление от такого ножа. Ну, если да, напишите мне, я вам в комментарии отвечу, доволен ли покупатель, владелец таким ножом, устраивает ли он его всем. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, вступаем в нашу группу и до скорых встреч.